Теме космоса посвятят детскую творческую лабораторию в рамках кинофестиваля «Дух огня». События решили приурочить к 60-летию первого полета человека в космос. Юные кинематографисты познакомятся с особенностями и способами создания спецэффектов в кино. А основная тема программы будет «Космическая Одиссея 2021». Также в рамках фестиваля пройдет выставка Мосфильма, посвященная 80-летию со дня рождения культового советского кинооператора Павла Лебешева. Приз имени Лебешева вручает операторское жюри «Духа огня» в номинации «За лучшую операторскую работу». Павел Лебешев работал над такими картинами, как «Белорусский вокзал», «Асса», «Кавказский пленник» и «Сибирский цирюльник». В качестве почетного гостя фестиваля планируют пригласить сына выдающегося оператора. Он продолжает династию и работает оператором-колористом. Проведены предварительные переговоры с Арктическим музеем. Получено согласование на безвозмездное предоставление выставки передвижной «Освоение Северного Арктического пути». По окончании фестиваля «Дух огня» мы предполагаем, что эта выставка сможет перейти в Музей природы и человека и весь 2021 год представлять там.